have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы отчаливаем. Возможно, это наша последняя серия по... В смысле... Тут все опять заледит. Чего? Я что все это расчищал? Неужели лед через какое-то время возвращается? Да ну бред, да? Так, эта штука за мной охотится, нет? Давайте посмотрим, куда нам надо. Нам нужно вперед. Попробуем сегодня разморозить голову. Да, явно стало дофига просто. Как будто я все это время не занимался тем, что я его расчищал. Все обратно замерзло. Я немножко не ожидал такого. Ладно, башка. Руки-то мы разморозили, надо будет убедиться. Итак. Осколок. Да, нет, вот, два глаза у нас закрыты уже. То есть, давайте разбиваем лед. Нельзя полностью, пробудилось глаза. Закрой их. Порази сердце. А где сердце? Ладно. Силы ударяете. Закрываем третий глаз. Остался четвертый. Умножается сердцевина ледяной глыбы. Да. А, это вот это сердце вы имеете в виду, да? Забираете камень и уходите. Вот, плываем. Я тогда, получается, не буду плыть сейчас к рукам, потому что... Ну, три глаза уже закрыто. Ух. Плывем сейчас к середине. Вроде как нарвал за нами не плывет, ничего. Так, разбиваем четвертое. Но четвертое фиолетовое. Поэтому оно меня смущает. Хижина. В хижине ничего у нас нового не появилось. Нет, там были записи. Давай осколок. Возвращайтесь. Вот, нет, трусливый парень. Небеса. Мы остаемся. Последствия перешли к нам. Разбить лед. Не рискуй, не ломай. Оно чувствует сквозь лед, сквозь тени. Надежды нет. А, разбиваем. Это огромный нарвал. Обнажается сердцевина ледяной глыбы в окружении вот да-да-да-да-да. Забираем. Забирайте камень и уходите. Так, окей. Поручение. Найти применение светящимся камням. Применение это я им уже нашел. Но что там вывалилось? Я отправлюсь посмотреть. Возможно, это ошибка. Я отправлюсь посмотреть. Это кусок рога там какой-то был или что-то такое. Ну, то есть, как мне показалось, вот эта фигня четырехглазая, она выглядела как вот тот маленький нарвал, который за нами гонялся. Может, погодите, может, маленький нарвал это детеныш? Ну-ка. Вызолоченный якорь.
часть расколотого золотого рога в воздухе рядом с ним. Слышны гул и чувствуется, как рог жаждает вернуться в глубины. Сбросьте его в море, чтобы создать двусторонний многоразовый портал в к базальтовому... Что?! Это портал? Я буду искать применение кристаллом уже, наверное, завтра, потому что темнеет, я не хочу это все делать во тьме. Я бы сейчас такой, чтобы поспать. Нет, просто нет. Спать. Она за мной охотится? Мне по идее туда. Посмотрим. Нет, погоди, это лапа. Нам вот сюда. Да, опять все позамерзало. Я не знаю, это по скрипту или потому что... А, так, ледяной шпиль. Finish the main quest in Pale Reach. А, серьезно? Так, минуточку, сияние усиливается, проникает 4 камня. Свет переплетается между ними, соединяя, восстанавливая и объединяя. Сверкающая траловая сеть. Полярные, прибрежные, океанские, мелководные. Я же ее не забрал, да? Я не могу просто забрать. А, я могу в трюм положить. Трюм я не могу сейчас посмотреть. Так, секундочку. Ну-ка. Достать. Я при этом чуть с ума не сошел, смотрите. Ну, оно и понятно. Кстати, может быть, в таком состоянии я смогу сейчас поговорить с черным камнем? А что если? То есть у нас сейчас ментально довольно плохое состояние. Внутренний... Положите руку. Внезапный холод пробирает вас до мозга костей, проносясь волной сквозь пальцы по руке, по шее, перед глазами возникает видение, тьма, бездна. Затем вспышка света, когда зуб и хребет сталкиваются с рогом и когтем. Две первобытные силы рождаются в глубинах мира. Битва длится столетия. Победитель торжествуя разрывает противника на невероятно огромные куски. Медленно они поднимаются на поверхность, где их забирает небо. Но в изломанном теле еще живет сила. В воде скользят потоки кровавой сущности, тянутся, пытаются воссоздать чудовище. Когда останки выходят на поверхность, вокруг начинает собираться лед. Окей. А второй раз будет что-то другое?
Нет, это то же самое. Короче, слушайте, ребят, вот этот вот портал — это офигенная штука, потому что с помощью портала можно моментально читать любые вот эти вот черные камни, не подвергая себя опасности. Потому что можно телепортироваться туда-сюда, и этого хватает, чтобы прочитать камни. Получается, что можно вернуться. Блин, это прикольно. Я достал себе портал, и я достал себе сеть. Ну, трал, по идее. Так. Трюм. Вот он в трюме. Кстати, если уж так, у нас вот тут вот место для портала идеальное будет. Насчет удочек. Океанские, мангровые и мелководные. Океанские. Прибрежные, океанские. В общем, тут нужно проводить микроменеджмент, скажем так, того, как это все делается. Потому что в том виде, как сейчас, я могу ловить все рыбы. Но у меня тут есть вон и ускоритель, и трал. Нишку, если я поставлю вот эти, это у нас чисто полярные, да? Полярные. Вот эта штука у нас ловит полярные. А здесь я теряю... Прибрежные мелководные тут есть? Прибрежные мелководные есть. Я здесь мангровые и вулканические теряю. У нас есть удочка на 4 клеточки, которая мангровые и вулканические. Мангровые, прибрежные, вулканические, мелководные. Глубинные, пучинные. Океанские, прибрежные, мелководные. Это на мангровые. Это... Короче, поставить так, чтобы был трал, и так уже не получится. Подождите минуточку. Вот это у нас полярное. Вот она у меня и стоит. В общем, да. Сейчас я могу ловить абсолютно все, но если потратить время и ловить рыбу, например, в этом регионе, то можно что-то снять, что-то поставить. Ну, я думаю, в принципе, так правильно. Это просто... мой вот этот вот глупый перфекционизм, который не дает все это сделать. Так, отчалить. Основную-то тайну игры мы с вами не разгадали. Поручение. Поймать мутантовую... Ну, это да. Чувак у нас с голоду помрет. Поймать конгрию. Красный балахон. Тоже пойму. Редкую рыбу. Вот, тут у нас осталось две рыбы. Да. Тарпона. Это тоже умер голода. Найти реликвии. Ну, смотрите, я не вижу смысла сейчас смотреть ту же самую концовку, которая у нас была. На новую я не вышел, к сожалению. Я тут, кстати, немножечко посмотрел, и оказывается, мы с вами играли 7 месяцев назад. А у меня было такое... Не надо. У меня было такое ощущение, что мы... Я тебя понял, все. Да-да-да, можно мне не орать. Я тебя накормлю сейчас, подожди. Ты же мне не даешь рыбу наловить, придурок. Вон он ушел. Когда игра выходила, уже... Звездная. Уже были слухи о том, что довольно скоро будет DLC. Я очень это DLC ждал. Сейчас оно вышло, я очень доволен, что мы поиграли. Оно получилось интересным, и кроме того, я рад, что я смог опять вернуться, смог вернуться в эту атмосферу. Потому что атмосфера этой игры, она уникальна. По-своему хорошая, по-своему правильная, по-своему пугающая в каких-то моментах, потому что... Ну, за все это время я так и не отважился спокойно плавать по ночам, хотя, возможно, он того стоило, но это вызывает реальный дискомфорт. Поэтому
прикольно. Поэтому, наверное, только сейчас мы почитали «Черный обелиск», когда хватило безумия, чтобы наконец-то дочитаться до того, что там есть внутри. Вот. Такое. На самом деле, я очень рад, что мы сюда вернулись, что мы сделали главный квест здесь, то, что все так произошло. Сейчас мы накормим этого придурка. Мне кажется также, что было правильным решением сначала три остальных. Жрет. То есть руки и голову потом оттаивать посередине. Минуточку, осколки льда, давайте посмотрим. Всего лишь осколки льда. Ничего не осталось. Обгнилая хижина. Тут тоже уже мы все прочитали. Получается, да. Получается, да, мы здесь сделали абсолютно все. Мы выполнили побочный квест, мы выполнили главный квест. Мы побывали во всех местах, выудили все, что можно было выудить правильного. Я не поплыву, я же говорю, сейчас завершать игру классическим способом. Это у нас уже было, у нас уже есть полное прохождение, можете смотреть. Да, я говорил это в прошлый раз, я скажу это также и здесь. Я все-таки хочу постараться пройти ее правильно. И в прошлый раз у меня, к сожалению, не хватило на это времени абсолютно никак. А в этот раз я надеюсь... Ну, я игру не буду удалять, я ее оставлю. И как только у меня найдется немножко свободного времени, полазить, посмотреть, что тут еще можно сделать. С учетом портала у нас открываются новые возможности. То есть мы можем приплыть к любому черному камню и спросить у него, что он хочет. Если открытие всех черных камней даст нам какую-то другую альтернативную версию чего-то, что мы можем сделать, мне кажется, это может продвинуть нас по сюжету. Короче, если будет что-то новенькое, прикольное, я постараюсь все это записать, чтобы вы это увидели. А пока что, ну, DLC-шку мы прошли, я крайне рад этому. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, добра. Всем ладушек, всем покеда.